Добрейшего геройского времени суток, на связи Антиквар. Добро пожаловать в Героев Меча и Магии 3 Рог Бездны. Продолжаем проходить кампанию Фабрики. Представляю вашему вниманию очередную часть прохождения четвертой миссии из этой кампании «Расхитители гробниц». Очень хочется верить, что все головоломки на воде, которыми нас побаловали создатели и разработчики этой карты, остались в прошлом. Ну, потому что это было очень жестко. Это было очень жестко. И еще я надеюсь, что вот этот монолит входа вот сюда нас просто вынесет. Никаких дополнительных мучений, чтобы вернуться обратно, здесь не будет. Ну, в общем, ладно. Сейчас мучений, может, здесь, конечно, и не будет. А, ну да. Я хотел сказать, что у нас свиток каждый день по воде у Агара остался. Ну, монолит, мы на него надеемся и уповаем. Ладно, продолжаем. Забираем птицу восприятия, которую нас просят, чтобы выйти из этого лабиринта. И смотрим. Да-да-да, куда мы сможем здесь выйти. Ну, отлично. Вроде бы все хорошо. Вроде бы все как положено. Сейчас вот еще мы лодку уберем отсюда, чтобы перебежать, а то наставили лодок. Теперь перебежать не можем. Константин летсплей не начал записывать, да вроде начал. Ты наверх не сходил, где птица лежала? А там можно было наверх сходить? Ну как так, друзья мои? Ну что это такое? 24-2-1. Так, сейчас. И на радостях. Можно, конечно, еще раз это провернуть. Но я не уверен, что у меня еще раз получится. Блин, а где? В смысле? Ладно, давайте еще раз провернем. Сейчас все сделаем, ребят, все посмотрим. Так, Фредериком, да, мы туда забегали. Ну, тут как бы без разницы, кем туда забегать. Да, смотрите, правда, проход есть. Давайте полюбопытствуем. Что там такое? Спасибо, чат. Я уж на радостях, что мне птицу дали, уже рванул отсюда. Блин, зачем через лодку? Господи. Ой, через хождение же, да? Проще гораздо.
Ладно, не суть. Через лодку тоже хорошо. Тысяча плюс королев медуз. Стихи. Тысяча плюс королев медуз. Кайф. Так, а мы комплект нужный. Ну нафига. Что-то какая-то такая себе здесь битва, да? Близкая. Все-таки я бы сказал, надо переодеться под это дело. Нет, в книге воды нет этих заклинаний. Суровеско вставать, блин. Вообще ж лежа, обалдели. Конечно, от неангела будут бить, да? Я бы сказал, что здесь одним отрядом как-то пободрее этими же ангелами. Но нам остальных оставить негде. Да, тут же шахты нет никакой. Может как-нибудь ангела полечим. Дракон танкует как не в себя. Ну вроде разрулили. Или нет? Ну по идее да. Ты да доползешь. Ну как бы ангел затанкует. Или не, ну должен затанковать. А, ну я еще и... Ну не в Джина же, блин, куда я Джина поставил? Так, ладно. Сейчас разрулим. Можно, кстати, попробовать на дракона здесь половить. Вот так, немножко. Так, может, побольше их? Да, 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 вот, вот. Ага, фиг там. Фиг вам, как говорится. Побольше, сейчас будет тут побольше. А, тут прохода нет, ёлки-палки, а что же я? А что же я тогда? Слишком много.
Да, то чувство, когда... Ой. Некуда сгрузить армию, и ты так прям переживаешь на этот счет. Так, сразу нас взбодрили хорошей боевкой плотной. О чем первый раз-то делали? Весело. А может, джин затанкует вообще? Ну, сколько у него? 54. Может, и затанкует? Да? Смотрите на этого джинджера. Песочек прокинуть, кстати говоря. Потому что он нам сейчас здесь поможет, и так будет проще, в общем. Ну да. Давайте усугубим эту историю. А, в песочек попалась. Не расстраивайся. Не расстраивайся. Ну, здесь, в общем, все хорошо, да, это уже понятно. Здесь уже все отлично. Тысяч опыта на медузах. Воу, кайф. Так, ну что, ну и спешечку. 56. 56 СП. Это сколько у нас молния какая-нибудь будет бахать? 2175. А гипноз какой-нибудь 1450. Угу. В целом неплохо, да, друзья мои? В целом очень недурно это смотрится. Так, птицу восприятия я же уже утащил. Конечно. Сейчас бы еще птицу восприятия не таскать после того, что тут было. После всего этого светопредставления. Агару сумку с золотом можно отдать. Можно и сумку с золотом ему отдать. Пусть чувствует себя богатым человеком на старости лет. С
сказать, наверное, мне вот так вообще нравится. Либо СПшки поменьше, да, все остальное зато побольше. Ну что же, отправляемся навстречу новым приключениям. Да, я бы еще переоделся, вообще было бы хорошо. Ну ладно, это все не суть, это все такие мелочи. На фоне того, что здесь творится. Это все такая ерунда. Это Тараска. Ну, и куда же мы теперь? И теперь мы выходим в верхний левый угол, что логично, учитывая, откуда вообще мы шли. Всякие штуки интересные, да? Тонна снайпов. Если что, которое можно загипнотизировать, можно и молнии добить без учета иммунитета. Ну, тут же вопрос в том, что тебе иногда именно нужно взять под контроль, бывают такие битвы, а не убить существо, чтобы это существо еще там валило своим союзникам. А так-то, конечно, понятно, что молнии больше урона наносят. Нам нужно больше ресурсов. Так, агар тоже пусть выкатывается и движется в другом направлении. Сейчас мы карту как быстро начнем осваивать. Агар в одну сторону. Все, агар в одну сторону уже сходил. Стоит, ждет Фредерика. Возможно, тут не будет водных забав. Но здесь наверняка, кстати, не будет. Судя по тому, что мы видим. Так, ну мы сразу же, да, забираем вот эту штуку. Мы же хотим вот эту штуку забрать. Вот это вот плюс один к знанию. Хотя не знаю, куда нам столько знаний, но... Знаний много не бывает. Ой, какая молния, что я... Что я вообще? О чем я вообще? О чем я вообще думаю? Еще золотая шахта, у нас очень мало золотых шахт, нам нужно их больше, как известно. Еще больше, дайте две. Дайте две, дайте три, дайте пять. 344 птички. 344 птички, да? Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой. Так, кстати говоря, просто интересно.
Сколько у нас стеночка наносит? 890, ну, грубо говоря, 900, 1802, 1780, да? Угу. Хорошо, вечер, Вейнер. Больновато. Ой-ой-ой, ну двух дракона убери. Это может быть просто так критически важно сейчас что-то. Я тут сразу сделаю как надо в этом смысле. Просто им, возможно, где-то нужно будет танкануть. Так, ангел же танкует у нас. Да. Уверенно танкует. Хорошо. Ангел красава. Как водится. Так, вот сейчас дракону и нужно будет танкануть, судя по всему. Вот это я расставился. Кайф, какой же кайф. Ангел просто красавчик, что тут скажешь. Дают дальше качаться. Блин, к чему нас готовят в этой миссии? У меня только один вопрос, ребят. К чему нас готовят? К какой жести в финале вообще? Что там такого должно быть, чтобы вот так вот перекачивать героя? Сурово. Это мы еще не все амулеты же сдали. Да, у нас все впереди. По этой части. Мы можем еще отдать амулетики. Это еще и защита наверняка есть, слушайте. 250 верховных джинов. Джинов и ифритов не обменивал у провидцев. Ну, один там есть, я видел, который за него, за них телепорт дает. Нет, не обменивал. Или нет, или норм. Вообще, что ли, не в себе, вы что, в атаку пошли?
Мы не думали, что это возможно. Думали, что невозможно. Нет? Нет. Многовато. 54 молнии убивает. Ёлы-палы. Какая жесть. Не иначе легион лазуриков. Так, ну если тут не будет голда, то это на автобой вообще бьется. Понял. А, ну так и... 9 голдов бьют по нашему пацану. И все у нас хорошо. Ну и правильно. Нечего накалять обстановку, знаете ли. Неплохо. Может, финалка 1000 плюс червей улучшенных? Да, может быть. Все ж хочешь, может быть. У нас на что-то хватит фантазии, то почему бы фантазии не должно хватить у автора карты, да? $20.49 фениксов. Ну, типа, надо всю дохлоту забирать, да? Или они все голда побегут бить? Хороший вопрос. Узнать это можно только одним способом. Да. Да. А мы хотели этого золотого скелета. Нет, мы этого не хотели. Сейчас бы золотого в скелет переделать. Представляешь? Ужас какой. Ну, логично, да, что здесь мы... То здесь мы упремся в стражи, которого, через которого не можем пройти. Угу, и мы попадаем в подземку отсюда. Ладно, подземку, подождите, давайте посмотрим сначала поверхность, я думаю, да, а потом уже в подземку пойдем. Думаю, так будет правильнее сделать. Товарищ антиквар, у вас не работают ссылки на донат. Я понимаю, что работает карта, можете починить, товарищ. Ну, донатили сегодня, проходило. По двум серверам, сервисам. Поэтому должно работать. Я думаю, что у меня не так вот тут? Что-то у меня было круче. Ну, конечно. Блин, я про зубы забыл, чат. Я забыл про зубы. Представляете? Тут вот так надо сделать. Все не то, все не про то. Это восточная мифология, насколько я знаю. Ты имеешь в виду про червей? Да вроде да, писали в комментах, что это что-то из какой-то мифологии.
Где наша башня Марлетта? С защитой. Танчики. Белые пограничные ворота, они тут присоединяются к тебе или что? Я все сломал. Я все сломал. Ну как? Как вот так можно биндить? Вот кто мне может сказать? Ничего, как говорится, я сломал, я починю. Вот так, да, было? Угу. Личи, значит, да? Ну, я подозреваю, что джинов в этот бой брать противопоказано. Или норм. А может и норм? Говорят, норм. Не бойся, говорят, бери джинов в этот бой. Улучшенные черви из монгольской мифологии. Угу. Кайф. Спасибо большое, Евгений, за поддержку. Благодарю. Ой, какая красота. Нам так этого не хватало, слушайте. Поворот квестовый столб. Да, точно. Вот, вот дополнительные глаза в чате. Вы чувствуете? Так-то и работает. Так, ну ладно, сейчас у нас Агар разведает. Что там хотят. 250-499 минотавров. Такое мы уже видели. Но у нас тогда не было пацана, которому можно было перебросить войска. Да, в принципе, остаться на каких-нибудь ангелах. И можно постараться через песочки это все дело затащить. А, ну их вроде и поменьше. Не, должно и так работать. По идее, мы и так должны справляться, тем более есть машины войны, если что. Понял? А, у них же... Это же минотавры, это же духнари-то те еще. Духнари по морали. Ну, еще и комплект у меня какой нужно, да. Как водится. А мы так. Что скажете? Ишь, высокоморальные, какие нашлись. Отвлекался бы на чат, больше бы замечал. Не, ну это, конечно, внимание все равно рассеивается. Не, я все равно не самый внимательный человек, но когда ты еще при этом в чат поглядываешь, естественно, что больше пропускаешь, то, что можно было и не пропускать. Сказать себе удовольствие. Дать болт старый добрый. Претроман уточнил, это не совсем мифология, скорее
криптофауна монгольская, да, с нее все началось. Насчет Ефремова тоже не ошибся, было у него про них. Зато чат помогает. Да, чат, конечно, помогает. На что они меня провоцируют-то? На то, что я... Кто у нас за самоцветы грейдился, кто помнит? В нашем городе. Ну, тут еще титанов надо пробить, а у нас никакого черного шарика-то нет, а как титанов пробивать? То есть даже если мы это отдаем. Ну, типа, статы безумные. Типа, статы безумные. Кватли откуда? Кватли это ацтеки. Стрелки, не стрелки. Не, ребят, в этом случае не. Они, конечно, стрелки, но на них магия разума не действует. Титаны, ребята, жесткие, на них забывчивость не сработает. Пойди проход обратно в область подземелья, где мы выбыли, но похожий вход. Вроде не... А, вот этот, что ли? Это, не знаю. Ну, скорее всего, нет. А, который в этот, в, ты выходишь оттуда, да? Ты имеешь в виду, который... Типа это монолит входа, а там просто выход везде? Ну, может быть, да. А, стрелки, я спросил, про что грейдится, да. Все, понял. Понял, чат, понял. Понял, принял. Стримлер умеет признавать свои ошибки. Стрелки, да, за самоцветы. Угу. Все работает. Передаю за проезд. Да, все три сервиса работают. Спасибо, Евгений. Спасибо большое. За поддержку, за проверку сервиса, который сегодня не это, не участвовал. Ну, давайте посмотрим, что тут с титанами можно сделать. 56 пацанов, вроде и немного, да? Воздушный щит дать? Они дракона пойдут бить, да? Попробовать это дело потанковать им. Хотя если пойдут бить султана, то будет больно. Тут вот пацан. Товарищ, вас готовит Ютон Мясу против семи героев. Четыре героя стоят на своих родных землях, а трое остальных на проклятых тронах. Это уже финал. А те четверо нам уже известны, и один из них это... И да, говорю наперед, не пробиваясь кота. За них нифига не дают. Точка трое, просто бешеные, готовься. Спасибо, Сталин, за поддержку. Благодарю. Что-то подглючил, да, сервис? Два раза проиграл сообщение? Или ты второй раз отправил? Что-то первый раз я такое вижу на Donation Alert. Ну, может, он глюканул. Спасибо. Так, вопрос, как это пробить? Это же интересно, да? Это же интересно.
Один раз, да? Угу, окей. Спасибо. Так. Мы их не вырубаем никем. Или подождите, или вырубаем, если мы клоуна джинов соорудим. А, я вот этого так не блочу, блин. Джина бахает, гад такой. Так, надо, ну все реально, но джина надо тут закрыть. На воздушный щит, Тарас, я только что пробовал, ты, видимо, отвлекался. Ну, то есть этого пацана просто сюда поставить, да. Ой, какая мораль хорошая. Какая мораль. Правда, у нас пацан теперь не долетает. Ну и ладно. Нет худа без добра, как говорит. Ну нет. Слишком много. Если не подходя заканчивается. Тоже, я думаю, слишком много. И... тоже можно попробовать, да. Тоже это можно попробовать. Давайте глянем. Где щиточек-то? Вот он. Это вообще в деф. Слишком много урона. Слишком. Подождите, ну было вот тут, было неплохо на самом деле, но... Не издюжил дракон, да? Тут надо вот так сделать, смотрите, попробовать. Сейчас здесь раз, здесь просто ставим. Здесь врываемся. Здесь бах. Здесь бах. Здесь бах. И минус удача пошла. Хорош. Вот так хорошо. Вот так хорошо. Так, тебя в деф. Волна смерти с кулаком. Смотреть надо. Сейчас глянем. Тоже вариант, да. Согласен. Так, на землю. Усилок. 457. Мало. Полтора титана. Не, не вариант. Не вариант, как оказывается. Да, статы, конечно, у него слегонца больные. Слегонца. Самую малость, да? 100 самоцветов, одурели вообще. Самое дорогое у нас отняли. Все, что нажили непосильным трудом. А башенку мы так и не нашли. Угу, тут, кстати, символ знаний. Видимо, не просто так лежит, да, как мы с вами знаем. Просто так такие штуки никто
на дорогах не бросает. Так, тут берем запасные машины войны, потому что имеет свойство ломаться. Тоже, кстати, неплохая идея, как по мне. Смотрел, там Агар в песок не проходит. Почему проходит? Ну, просто он бегает за героем, собирает ресурсы. Лучше вместе держаться. Он собирает, это пробивает. Пока такой концепт. Там поглядим. Баллиста на 297 урона. На! Без стрельбы и без баллистики. Да, вот стрельбу и баллистику с такой атакой, конечно, это прям... Это было бы, конечно, вообще... Такие залежи серы, как будто тут дьявол проходил, не знаю, что-нибудь искал. Пушку бы. Пушку, да, было бы неплохо. Пушку это мы бы с удовольствием. Но как-то без пушки пока приходится. Мы не открываем двери первому встречному. Докажите свою преданность правому делу. Победите таких монстров, как призрачные драконы в северо-восточном регионе мира. Только тогда разрешим вам пройти. Вот и какая. Не разрешаете нам пройти. Ой, вот тут тоже надо на одном ангеле это все делать. На одном стеке. Много стеков здесь вредно иметь. Переоделся, бывает. Да? Да. И от песочков. Да? Да. Блин, машины войны жалко. Ну что ж поделаешь. Ничего не попишешь. Машины войны. Есть машины войны. Так. Хорошие машины были. Неплохо воевали. Но надо, чтобы они тут, кстати, еще удачно легли куда-нибудь. И чё? И куда? И что? Да, купим, это понятно. Машины-то купим. Сюда попробовать зажаться. Спасибо, ребятушки. Спасибо за помощь, что называется. А мы с Эликом, да? Ну и все, вроде у нас хорошее место здесь. Да, у нас тут отличное место. Было. Надо было кастовать, не лечение, а еще пески и не выпендриваться. Так, ладно, сейчас кастуем, посмотрим. А вот сюда, по идее, получится.
А, ну они молодцы. Они молодцы, они шли, верили в себя, не замечали препятствий, в общем. Все как положено. Ага. Так, ну давайте смотреть, что у нас в портале. Верните мне, пожалуйста, мою армию. Ангел-уничтожитель медведей. Да. На самом деле пески уничтожители медведей. Без песков, без шансов для ангела. Еще один, да, такой же выход. Так, хорошо. Ну, сначала мы проверяем вот эти вот пустыни, вот этих. Сначала снаружи, потом пойдем уже туда. Карта гигантская, это точно. Кочевники к нам присоединятся, да? Да, игрок, конечно, он сейчас сам возьмет он. Вон там. Доходим, да, немножко. Еще один орлоглазный артефакт. Кто артефакт скелет снял? Ну, кто-то уже, видимо, побывал здесь. Все уже украдено до нас. Такая история. Что с моралью-то? Минус 2, да? Угу.
Минус две морали, минус две морали. Друзья мои, уникальный момент. Опа. Пошло заклинание. Радость какая. Ну да. Хороший комментарий. Так, султанчики. Да. Не те, которые к нам готовы присоединиться. 50-99. Ну мы как бы типа быстрее, да? Я просто задумался, на ком это бить. Задумался, на ком это бить. Кого туда брать? Ангелов и султанов самих. Так, что ли? Можно было и молнией, на самом деле, тут без разницы, да? О, вот это я убрал, конечно, да, пацана. Ладно, одного мы танчим. Внешнее жилище на карте для покупки юнитов в фабрике. Вроде не видели, если я ничего не путаю. А вот и латы запасные, да? Одни мы такие уже отдали. А тут запасные получаются. Дракошки призрачные. У нас тут, кстати, ребята уже под жертву появились теперь, да? Которых можно смело. Здорово, Гришус. Пойду на воду смотреть сначала. Только не подсказывай там. Хороший диалог в чате. Да, Гриш, давай без спойлеров, подсказок там только. По-серьезному отнесись к этой ситуации. 10-9, не, ну это легчайшее пробитие. Ты чё? Двусторонний портал. Ну, тоже в центр. Еще одно место. Всякие разные штуки. Тут дальше тоже, я чувствую, будет прям интересно, да? Ага, все, пришли. Так. Мы проход никуда не пропустили больше. Вот сюда. Да, помню, что-то еще было. Вот за червячками было. Потом в подземку уже полезем.
Да, Тики, да, спасибо. За ними. Так, ну, конечно, с минус моралью мне, наверное, не нужна. Это мы переживем без нее. Так, что тут 56? Блин, да дайте мне загипнозить кого-нибудь. Не дают. Дирижабль нельзя сюда притащить теперь. Не знаю, надо смотреть, проверять. Тут как бы... Так, сходу как можно сказать? Может надо, может не надо. Точнее, может можно, может не можно. Голубая, так, мы синюю, да, можем взять? По поводу вот этого мне писали, вот по поводу перьев, да, вот синяя палатка. Здесь атака и здесь лук. Сможем собрать лук снайпера. Да. Вопрос зачем? При наших-то армиях, да? Кстати, а так мы хуже бегаем, да? Хуже разгоняемся. Блин, да и пофиг. Сейчас бы заморать. Ну вот мы хуже разгоняемся из-за того, что комплекты не меняем. Это да. Что, будет тут амулет? Друзья мои, ставки. Ставочки пошли. Ставки сделаны, ставок больше нет. Как и амулета тоже. Амулета тоже больше нет. Ни ставок, ни амулета, ни черта. Так, забери. Все, не буду забирать даже. Как бегает, так бегает. Так, минотавры. Много. Но опять же, не должно быть сложностей особых. Только надо было дух уныния поставить, конечно. Вот с этим могут быть сложности. Нифига себе. Он по мне шарахнул. Благо дав клона. Султана взять, у нас синяя палатка была. Тут голубая, а не синяя. Я же смотрел. Я же это дело сразу проверил, как мы сюда пришли. Тысяча плюс. Как вы считаете, их тут на сколько плюс? Я думаю, тут их прям вообще нормально плюс к этой тысяче. 1992. Ну, понятно.
Понятно. Ну, мы тут какие-то наваливаем вообще нормально. 126 океаниды отъехали от выстрела. Могу. Вот не поднимается рука бегать все-таки здесь со штрафом, когда можно без штрафа. Прям что хотите со мной делаете. Понимаешь, что пофиг, но как бы, блин, не могу. Да, но мы так вообще кусок-то, смотрите, какой зачистили карты. Здесь сверху. То есть у нас что остается-то? У нас, ну, у нас еще дофига в подземке остается, на самом деле. Прям вообще дофига. Зеленые дракончики что-то стоят. Что-то стоят, что-то охраняют, стерегут. А еще одну штучку такую же. Такую же, какую мы видели. Что там можно взять? Архангелов? Не ангелов. 20-49 ангелов могут присоединиться. Воу. Жестко. Еще часок поиграем, как бодрость духа. Антиквар, да нормально. Ну, часок не часок, но еще посидим, конечно, да. Так. Ребят, сорян, это сильнее меня. Ничего не могу с собой поделать. Так, что тут у нас? 250, да? Ну, в смысле 250. В смысле 250 плюс. А как тут лучше бы? Может, вот так? Пробил. Пробила дрянь такая. Не так. Значит, чуть-чуть по-другому, да? Если не так, то чуть-чуть по-другому. А мы даже знаем, как, на самом деле. Легчайшее решение. Здесь клон. Драконы сюда. Ты стоишь. Ты сюда, чтобы наш джинчик затанковал. Ангел. И так, красавчик. С собой бороться. Тут еще и конца. А может, надо их пробить, чтобы концу бить? Ну, типа, для первой сложности. Ну, может быть. И конца какая-нибудь четверка, условно говоря, да? Например.
как вариант. Против этих ребят надо было, наверное, ставить этот усилочек. Или не надо? Давайте поставим. Хочется же. Хочется же и супер ледяным болтом покидаться. Тем более у нас два усилочка. Жаль, два нельзя поставить, да? Я бы сейчас не удержался, да. На. Неплохо так. Привет, ёшкин кот. Тут скелетиков уже обобрал. До скелетиков наших кто-то уже того самого обчистил. Голубые пограничные ворота. Угу. Угу, ну ладно. Можно два усилка, у них все равно морали нет. Да можно даже пять, но эффект даст только один. Понимаешь, в чем дело? Что-то еще султанчики. Нет, тут обычные. Обычные фритики. Генриетта обчистил. Не думаю. А зачем они стоят? Ну так, типа для опыта, да? Ну может кто-нибудь скажет, что надо было их пробить. Давайте. Конечно, конечно, напротив джинчика стоит нашего. А как? Сам виноват, да? Если ГС, понятно, где он будет стоять. Вот теперь давай. Вот теперь вперед. Ну как? Понравилось? Или не очень? Особняк вампира. Дайте-ка угадаю, что там. Неужели? Хотел сказать какое-нибудь кольцо на серу. Не, сейчас нам тут так и дали кольцо на серу. Даже не знаю, что там. Ну, что-нибудь мега полезное. Что-нибудь квестовое, да, под какую-нибудь хижину.
Наверное, так. Что-то их многовато, да? Что-то их многовато. Так, сейчас мы попробуем кое-чего. А что пробовать? Мы их сейчас убьем, да и все. Сейчас, ребят, один момент. Сейчас будет нечестный мув от антиквара. Вы же не будете лететь в огонь, вы что? Не в себе, что ли, ребят? Будете? Серьезно? В огонь будете лететь? Может быть, попробовать в клеточку забиться, где два их будут только бить нас, накинуть щит и как-то потанковать попробовать, да? Налить, ну там, в общем, что-нибудь такое, ну, на тех же ангелах. Я думал, они не полетят в стенку. Угу. Не полетят. Конечно, будут вспомнить взятие объектов на Луне. Я-то как раз его помню. Плотную стенку, поставленную плотную, юниты, как правило, не торопятся. Если вплотную... Ну, или не вплотную. Ну, с вампирами-то только вплотную. Может, не торопятся, если не вплотную, а через одну клетку. Но это с вампирами не работает тогда. Нет, силового поля нет. Смотрите, дать щит, встать вот сюда в клетку, сейчас зажаться. Здесь можно еще, знаете как, здесь можно еще их поуменьшить количество. ХП. Тут, очевидно, надо лечиться. Угу, я не спрячусь, да, нигде? Так стоять! Стоять, антиквар! Подожди! Подожди! Постой, антиквар! Не спеши торопиться. Тут мы можем так чуть пробить. Так, там, все-таки, тогда усилочку-то надо поставить. Надо усилочек поставить, так можно попробовать.
И можно тогда, может быть, и не бить. Может, минус удачи ему так вот заруинить. Молния мне здесь не нужна, очевидно. При таких раскладах. Нужен ли щит при таких? Тут можно, кстати... Ну, тогда надо воздух оставлять, да? Не щит, а дать... Уничтожение нечисти еще как вариант. Ну ладно, давайте пробовать через щит, раз мы так все оставили. Пробьем. Мы их сейчас размотаем. А, можно было, я думал, что мы этих срежем, но без усилочка, да, мы без воздушного. Единичка это идеальное, что тут может быть. Это прям вот. Единичка это кайф, конечно. Надо было воздушно этот оставлять, да, усилочек. В итоге, по ходу дела, придумал рабочую схему. Ну ладно, главное, что пробил. Неважно, остальное неважно. Ну что, кровосос, иди сюда. Вот это была хорошая боевка. Вот это было интересно, реально. Вампиры охраняли вампирник. Это прикольно. Не дать, не взять.
Кулон ясновидения. Может быть, кто-то будет пытаться нас это слепить. Может такое быть? Да запросто. Запросто такое может быть. Когда вот ты проведешь такую боевку, да, если не в таких картах? Да вообще никогда. Вообще без шансов такую боевку провести. Четыреста девяносто девять циклопиков. Опять же, нужны ли мне тут все? Или, может быть, на одних ангелах что-то подобное сделать? Не зря гному вручали кольцо мага решает. Какое кольцо мага? На длительность, на раунды, что ли? Мы же его не носим. Так, пока машины не бери. Тебе машины доверь, разломаешь тут же. Что же мне еще? Еще же изобретатель, да? Изобретатель. Вот 39 уровня. Дай машины войны такому изобретателю. И что? Доброй ночи, Евгений. Хорошего дня завтра. Ой, какая неудача, да? Какая... Какая печальная печаль. Наш последний циклоп, как закат догорел. Кольцо была шутка юмора. Хорошая, смешная. Одобряем шутки юмора про кольцо. Эй, я хотел вторую поставить, а ты дошел вообще, что ли, балдел? Делать вид, что мы умеем жечь стенки. Ничего, кстати. Того, кого надо, по двум правил. Ой, хорошо, по трем. Ой, какой кайф. А, этот сгорел. Просто был сожжен дотла. Злобный циклоп. Конечно, обойти каждый может. Ты попробуй сквозь стену пройти. Знаете, какие умные гады, да? Ну, не помогло им, конечно, но это уж дело такое. Thank you.
монолит входа. Ну-ка, давайте поглядим, куда мы с него вынырнем. Мы таких еще не видели. Куда мы с него выныриваем? А, вот сюда. Зачем? Чтобы сюда быстро перенестись. Зачем? Опять-таки у меня вопрос. Не понимаю. Циклопа в поиск пути был эксперт. Ну, как вариант, да. Как вариант. Какой-то страж прохода. Любопытно. Может, другие выходы есть? Может быть. Но обычно все-таки такие штуки тогда это... двусторонние. Ну, не монолит входа-выхода, да, именно двусторонние. Так может быть всякое. Впереди виден запечатанный вход, ведущий глубоко под землю, в дальнюю часть гробницы. Вы замечаете еще не занесенные песком следы людей и полуросликов. 2 года песок не может следы замести полуросликов и людей. Вне всякого сомнения, экспедиция Генриетты была здесь сравнительно недавно. Ну да. Совсем недавно проходили, ребята, плутали по пескам. Попытки открыть вход ни к чему не привели. Ваше внимание привлекает необычный постамент. На нем явно некогда стояла огромная статуя, но странное дело, следов самой статуи нигде не видно. Возможно, загвоздка в ней? Возможно. То есть, видимо, это финальная будет, да? Финальная история для нас. Так, а зачем? Затем что? Зачем нам туда? Ну, чтобы вот тут опять не бежать по пескам. Да, понятно. Зачем нам туда? В общем, что, надо лезть в подземку, получается, так. Генриетта, новый Моисей. Интересная версия, как говорится, многое объясняет. Такая уж гигантская, в карман влазит. В 5 карманов. Все же в 5. Ну что, значит, сюда. Ну, видимо, что, давайте отсюда начнем. Ну, без разницы, я так понимаю. Ну, давайте отсюда. Слушайте, а как не поставили сюда башню с защитой? Смотрите, атака, да? Знание, сила магии, все есть, а башни нет. Загадка. Загадочная. Еще одна. Проход пропустил какой? Мы тут, кстати, чуть не дособрали ресиков. Какой проход пропустил? Вот этот? Вот этот проход, да, блин. А где я выпрыгнул? Здесь. Ну-ка, сгоняй, мил человек. Угу, да, сюда надо зайти. Так, чтобы от тебя не отставать по темпу, давайте-ка мы, что ли, себе все-таки сюда, здесь кочевника возьмем, чтобы потом никто никого не ждал.
Не успеваем все равно, мувчик. Ладно. Призрачных драконов убил по заданию. Ты думаешь, они по заданию был? 10-19 драконов. Что-то я сомневаюсь. Давай глянем. А, тут драконы стоят, да? Вот эти. Страж прохода вот этот, так. Здесь еще одни драконы, что ли, стоят? Ну не, не убил. Слишком мало было для открытия ворот. Да не, были призрачные, но их было мало. 10-19. Лазурок в подземке. Лазурку побеждали. Так, а тут сколько? 100 плюс виверн. Монархов. Воу, полегче. 192. Вы посмотрите. Так, съедят сейчас кочевники, да? Ну, а что делать? Не мы такие, жизнь такая. Мы вообще переоделись? Конечно. А зачем? А зачем переодеваться? Подумаешь, 200 виверн монархов. Это что, сложная битва, что ли? Это просто зайти и вот это вот. И выйти. Все элементарно, Ватсон. Что же я все... Ну правильно, я оттуда не убегал, не успевал, да, там не хватило мувчика, теперь здесь мувчика не хватило. Как бы без разницы, но почему бы и нет. Сдается мне, что дирижабль отлетался? Не, я думаю, что нет. Знаешь, все еще будет. Теплый ветер еще подует. И весну еще наколдует, и... Счастье перелистает. Такая вот импровизация. Можно, кстати, вот сюда забежать. Рейсики. Ну давай, рейсики собери. Полагаю, лишними они не будут. Точно, совершенно точно. Мы начинаем вот с этого портала. Здесь рейсики. Ты за командиром пускаешься в погоню. Ну а командир, я думаю, уже в следующий раз как начнет разваливать подземку. Слушайте, ребят, ну сегодня было очень продуктивно. Очень продуктивно и очень круто. Вот эти вот, конечно, вот эти вот штуки, это просто где-то, ну тут уже не осталось, да, с этими некрогородами, все, вижену практически нет. В общем, ну это очень круто. Это прям
Тот человек, который это придумал, глава. А то и больше. Ладно, давайте мы сегодня на этом закончим. Продолжим, получается, когда в четверг. Спасибо огромное всем за компанию, за внимание. Это был Антиквар. Оставляйте комментарии, ставьте поднятые вверх большие пальцы. Всем удачи и до встречи. Пока.